Здарова, бойцы! С вами Вундер. Мы показываем пятерку самых интересных событий прошедшей недели. Ну-с, перейдем к делу. Поехали! Компания Activision выложила первый трейлер Call of Duty Black Ops 3. Нас ждут киберсолдаты, роботы и море драйва. При этом, похоже, что Black Ops 3 получит особые условия для PlayStation 4 версии, а не для Xbox, как это обычно и бывает. Игру уже сравнивают по сходству с Titanfall и Destiny, чего разработчики совсем не отрицают. Тем временем разработчики Mad Max, он же Безумный Макс, разместили на своем канале новый 4-минутный ролик с геймплеем. Нам показали, что придется много бродить по лагерям кочевников, есть собачью еду из консервных банок и собирать по частям автомобиль Magnum Opus. Бои и организация геймплея напоминают популярные экшн-песочницы в духе последних игр Batman и автомобильные погони и перестрелки в стиле игры Rage. Ну а Гильермо Дель Торо сообщил во время конференции Сан-Франциско International Film, что новый Silent Hills не случится. Опасения фанатов подтвердились, предпосылки к такому исходу были. Сперва Konami распрощалась с Хидео Кодзимой, создателем Metal Gear Solid и соавтором Silent Hills. А вчера стало известно, что демку игры уберут из PlayStation Store в среду. На днях также компания Marvel Games и Telltale Games анонсировали запуск новой совместной серии игр. Дополнительной информации нам пока не дали. Marvel Games знамениты в основном мобильными игрушками Spider-Man Unlimited и Marvel Contest of Champions, а Telltale Games уже выпустила целую серию разнообразных игр по разным игровым вселенным. На видео мы показали ролики из Game of Thrones, Игры Престолов. А еще на этой неделе, 22 апреля, разработчик и издатель Destiny провел стрим, в котором показал содержимое нового дополнения House of Wolves. В аддон добавят новые игровые зоны, новых NPC, корабли, пара новых режимов испытаний, а также добавят новые ресурсы и улучшения в обращении с материалами. Выходит дополнение уже совсем скоро, 19 мая. В своем обзоре мы охватили далеко не все, чем была интересна прошедшая неделя, а лишь топ ярких и важных событий. Тем временем очередной выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте подписываться на наш канал, заходите на сайт Wunder и следите за нами в социальных сетях. До следующего выпуска. Пока!